Мобилизации завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Проблемы, сложности. Это, наверное, было и неизбежно, имея в виду, что давно. Установленное вами задание 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. После завершения обучения... Тысячи действует в составе республики в разделении. Экипирован в бронежилете разрушенной жизни. Это у нас правая часть, да? Это правая часть. Левая, я так понимаю, она в рабочем состоянии, но тем не менее нужно. Она немножко все-таки пострадала. Надо довести ее до идеального состояния. Да? Да, Валерьевич, она в ограниченно работоспособном состоянии. Мы ее с первых же дней привели в порядок, укрепили, запустили по ней движение. Ну, для будущего, для правильности, ее, конечно, если вы поручите, мы бы ее тоже привели уже в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и. Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemband. Het is niet просто, извините, резиновый поп. Стяжение цели. Vrij ergerlijk, meneer. Er gaat weer een half uur. Dit kan. Они вообще не представляли... Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stem, aan de stemband. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Ik heb het zelf.